Приветствую всех на своем канале, с вами Маркел Борис. Сегодня я расскажу, как пополнить счет при помощи системы Pair в суперкопилке. Итак, есть у вас вот такой вот кабинет, разницы особой нет, пополняете вы с телефона, либо вы пополняете с компьютера. То есть есть зеленая кнопка, единственная зеленая кнопка, которую вы можете видеть, хотя есть еще одна, но если нажать по ней, ничего не произойдет. Чтобы пополнить баланс, нажимаете «Пополнить баланс», выбираете систему, есть Perfect Money, Pair и Nix Money. Нажимаем «Далее» и указываем сумму. Сумму я буду указывать $30. То есть на данный момент у меня должно быть на Pair $30. Нажимаем «Пополнить». Нас перебрасывает на платежную систему Pair. Здесь мы должны выбрать USD. Если у вас деньги в рублях, соответственно, выбирайте в рублях. Произойдет автоматическая конвертация. То есть мы выбираем USD. Имейте в виду, что будет небольшая комиссия. Вот вы видите, что 1% комиссии. Нажимаем «Подтвердить». Здесь нас перекидывает опять на вход. У всех это стандартно. Мы вводим код безопасности. И после этого мы нажимаем «Далее». Нам должен прийти проверочный код. Сразу говорю, что вы можете сейчас привязать, чтобы код приходил вам именно в ваш Telegram. Тогда взлом маловероятен у вашего кошелька. Копировать выделенный код. Нажимаем «Вставить». Нажимаем «Далее». Все происходит в автоматическом режиме. Да, у меня на счету $33.95. Сумма у нас составляет $30.29. Мы нажимаем «Подтвердить». После этого происходит оплата. И нас сейчас вернет обратно в кабинет суперкопилки. Мы увидим вот такое сообщение. Вы успешно пополнили баланс на 30 ТЭТ. Мы это все закрываем. Здесь мы также увидим оповещение, что на 30 ТЭТ. И сейчас у нас на основном счету $42.69. Для чего я это сделал? Вчера я проводил трансляцию. И рассказывал, что в период с 27 февраля по 9 марта 2020 года, включительно сообщество, суперкопилка приглашает каждого участника принять участие в масштабной акции «Задайся целью на 2020 год». То есть все данные, которые вот здесь описаны, мы будем производить. Но буду производить я чуть позже. Как это сделать, я вам примерно покажу, как это будет выглядеть. То есть я зайду в свой график выплат, выберу неделю, которая далее 30-й. То есть даже есть вот возможность создать на 30-й неделе. И я могу создать цель. И недельный взнос у меня будет $5. В результате сумма выплаты на 30-й неделе у меня составит $283. Вот здесь нужно указать название, как все описано. Вот, задаюсь целью, то есть я скопирую сейчас название, задаюсь целью. Перехожу снова в свой кабинет, вот так вот. Задаюсь целью и прописываете свою цель. Какую цель вы хотите задаться, какой целью. И при этом я смогу участвовать в розыгрыше. На этом заканчиваю. Кого заинтересовало данное сообщество, ссылка на регистрацию будет под этим видео. И если у вас есть дополнительные вопросы, тоже можете обращаться на канале YouTube. Есть мои контактные данные. Всем привет!